Седьмая миссия операции Flashpoint. Странная встреча. 14 мая 1985 года. Мы убираемся отсюда. Мне чертовски повезло быть водителем грузовика в первом конвое, уходящем из нашего сектора. Жду не дождусь момента, когда покину этот остров. Да, нам здесь дали хорошего пинка под зад. Но, по крайней мере, я выберусь отсюда живым. После разгрома наших войск под Монтиньяком враг получил тактическое превосходство. Ставка НАТО приняла решение отступить с Аверона для перегруппировки на Малдене. Вы направляетесь в Мортон для эвакуации с острова. Вы начинаете миссию здесь, в джипе с вашим командиром, неподалеку от Лемуля. Займите место водителя в грузовике. Ведите машину к Мортону. Эвакуация с острова будет проходить в Мортоне. Так, то есть мы... Тут я сажусь за руль грузовика, и вот по этой дороге мы движемся в Мортон. Так, ждем погрузки личного состава и колонной выдвигаемся к Мортону. Секундочку. Нам велели притормозить, говорят, справа что-то происходит. Я слышу звуки стрельбы справа. Delta, India, 6-8. Alpha squad, break your will. The convoy. Check out that dirt track on the right. Proceed to Morton. Out.
all. Don't you, Charlie, India, 6-4. Драпаем. На наш конвой напали. Тут нужно просто драпать к чертям. All remaining units, this is Papa Bear. We've got a new evac point for you at Echo Alpha 6-4. Out. Всем оставшимся подразделению, говорит Папаша Медведь, открываем резервную точку эвакуации в секторе EA-64. Конец связи. Движемся к этой резервной точке. Try to get to the evac point at Echo Alpha 6-4. We're sending in a rescue team. Out. Простите, ребята, но я вас покидаю. Вот такой я дезертир. Anyone left on Everon? Repeat, all remaining troops on Everon. Try to get to the evac point at Echo Alpha 6-4. Good luck. God be with you. 9. Target T-72. Чтобы миссию завершить, нужно добраться вот до опушки того леса, прямо по курсу. Всем оставшимся на Вероне, повторяю, всем оставшимся на Вероне, постарайтесь добраться до точки эвакуации в секторе EA-64. Удачи вам, ребята. И да хранит вас Бог. Там мои ребята сражаются, но... Я убежал. Всех моих ребят перебили. Или перебьют. Вопрос решенный. Я не ставлю цель пройти миссию как-то идеально там и так далее. Моя цель просто пройти миссию. Жизнь, как говорится, дороже. Так, вот в эту точку нам надо добраться. Вот сейчас, в принципе, мы уже здесь на месте практически. Don't shoot.
засекли! Он упал у леса! 17582, корпорал Дэвид Армстронг. Отведите его в камеру смертников. Вы добрались до секретной эвакуационной зоны, расположенной к северу от Мортона. Вы живы, однако взяты в плен бойцами армии сопротивления. Никому не известно, что с вами случилось. Счет у меня нулевой за прохождение миссии. Кстати, в моем отряде погибли всего двое человек, что очень странно. Ну, а я просто сбежал в лес. Всем спасибо, всем пока.